Всем привет! Сегодня небольшой обзор конструктора типа Лего. Это у нас один персонаж. Персонаж у нас на подставке. И серия у нас «Город мастеров. Спецназ». И персонаж снайпер. Разновидное оружие, различные, точнее, гарнитуры с наушниками у него в комплекте. Совместим со всеми мировыми брендами. И моделька у нас 9502, то есть серия большая, кому интересно, можно собрать большую серию. И хорошо, что на подставочке, и все это стоит, аккуратненько держится. Еще, что я сначала не заметил, сын собрал, и вот эта деталька осталась, у него пояс с кобурой. То есть это вот так выглядит. Я сначала думал, что такое, потом он без меня собирал, это вот типа кобуры. Здесь можно пистолет, что-то еще, радиостанцию, к примеру, здесь радиостанцию не закрепить, нож можно. То есть такой первый раз такое встречаю, что типа пояса, обычно на плечи там что-то такое надевается. И у самого персонажа, естественно, шапка снимается, и вот типа такой гарнитуры есть. И такой богатый набор, вот это тоже не знаю, что это такое. А здесь у нас снайперская винтовка, автомат, типа автомат УЗИ, все маленькая граната, радиостанция и еще дополнительные наушнички. Все маленькое, аккуратненько. Ну, сыну и понравилось, таких персонажей у нас много, а вот ему понравилось, что много всякого разнообразного оружия. Это, наверное, типа фонарика у него. И большой выбор, наверное, рано или поздно все это мы, наверное, купим. Ценой недорого, в Китае они такие же точно продаются. Надо посмотреть, может быть, будет дешевле. Сколько стоит, не помню. А так, спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.